Это покровитель мужчин, путников, воинов. Его зовут Вастарджи. Женщинам его называть нужно покровитель мужчин. Mm-hmm. Он мужской покровитель, святой в нашей традиционной вере ассирийской. Mm-hmm. У нас есть наследие наше, нардский эпос. Mm-hmm. И если вы гуляли по Владикавказу, вот, туда догуляли, да, есть Нартон. Там много скульптур. Вот он там тоже изображен. Угу. Вот они все там есть. Это Нартиада, так скажем. И вот это самый большой такой монумент, в принципе, на Кавказе установлен в Садиш. Это, в принципе, святое место, вот это вот святилище. Тут приезжают наши местные жители во время праздников, просто путники останавливаются. Вот там, видите, чан стоит. И останавливаются путники, помолятся, спасибо скажут, туда копеечку закинут, для того, чтобы кто здесь ухаживает за этим, чтобы им это, вот эта копеечка пошла на все вот это благоустроение. Вот. И, в принципе, в мужские места, такие святые, женщинам заходить не разрешается. Но тут табличек пока еще не поставили. И я думаю, это такой минус. Потому что, ну, бывает так, что я приезжаю, тут много людей, женщины там ходят. А бывает, что я приезжаю, они туда заходят, и какой-нибудь местный наш мужик, который начинает всех гнать. Уходите, если нельзя. Вот. И грозятся даже поставить, закрыть турникеты. Для женщин тоже есть свой покровитель. Я это слышала, да? Мады Майра. Но это как Божья Мать. Фотографироваться можно? Можно, конечно. О, второй цыган пришел. Можешь их не бояться. Сейчас мы их это покормим. Давай, иди сюда. Так, сиди. Сидеть. Хватит тебе. Конечно. Собак, на. Вот дебил. Не хочешь? Не надо.
Я одевался. Ну, здравствуйте. Вот мы очередной раз поехали с туристами в Осетию. Один день в Осетии. Ну, или увидеть Осетию за один день. Сегодня очень хорошая погода. Солнышко светит. Птички здесь не чирикают еще. Вообще такой кайф. Остаться бы здесь. Теперь я вниз хочу. Чего? Там пройти, чтобы вниз, там. Да. Нет, отсюда. Это какие таланты надо иметь, чтобы вот здесь спуститься. Да, там прям в арочку эту можно залезть. Наверное. Хотя нет. Там же вода вокруг. Но с другой стороны точно можно. Я помню, просто как-то она не каждый год сходит. И мы залазили в эту арочку. Древо жизни. Берегите природу, мать вашу. Там уже вот дорога наверх поднимается, там уже Цейское ущелье. Там он еще сидит, видите, дядька сидит. Да. Это вы его тоже тогда вчера видели в Шате, покровитель животных, таких зверей. Да. Не увидела? А-а. Вот белый. Я всегда думала, сам белый. Надо петь песню. Слева горы, справа горы, да, а вдали Кавказ. Там где-то армяне зажигают свой народный джаз. А граница с Грузией вообще в какой стране? Там, там, там. Там. Да. Вот это вот все Кавказский хребет. Угу. Тут просто Южная Осетия. Угу. А за ней Грузия. Ну, мы сегодня должны увидеть Казбек. Вы же Казбек видели? Нет. Вчера гор не видно было разве? А мы вчера вообще в горный Ингушетии ездили, не знаю. Вроде оттуда видно, тоже видно. Видно, да. Такая двухголовая белая, спрашиваю, прям просто белая, выделяется от всех. Ну, я покажу вам, короче. Хочет. Вот там техника что-то делает. Вон там экскаватор мы проезжали. А, ну. Вон он внизу. Да, вижу. Мы еще обычно вон туда ездим. Угу.
Сейчас трудно объяснять, куда именно. Я сейчас посмотрю. Если петли на месте, то мы поедем туда. Дверь. Дверь, которая стоит. А, я видела. У нее такая, петли, да? Просто местные жители сняли, чтобы туда не ездили. Там точно так, как я вам объяснял, в Геоастрозе, там тоже святое место, и им не очень хочется, чтобы люди туда приезжали. Я сейчас не знаю, честно. Вот это 550 продается на Авито. Нет, это на Авито. Мы сейчас поедем по Хабаровску, в Владивостоке. А думаете, еще остались? Конечно. Добрый день. Ассаламу. Алейкум ассалам. Жабах татетта. Чего сюда не заехал? Санин пришел. Эх, красота. Красотень. Прыгайте на лавку. А телефон сразу я попал на вас. Короче, иди сюда. Сердечко. Да. Сейчас мне надо, я не вижу его. Чуть направо сдвиньте. О. Она друг на друга смотрите. С любовью. А теперь так, этот, мимишно, обнимитесь. На плечо ему положите. Во. Чистый я уже. Так, теперь знаешь как? Повернись к ней. Вот прям на это бедро сильно сядь, да. А ты на коленки ко мне повернись. Таня, коленки, да, вот сюда. А, на коленке? Да. Вот сюда облокотишься. В этом зоне есть мои плюсы. Да. Так, да, и руки на эту. Не, просто вот так. Да. А ты сейчас. Он лучше давай одной рукой, а другую руку ему дай. Просто чтобы он тебя за руку держал. Во. Да. Ага, как будто ты предложение делаешь. Нет, ты можешь закрыть глаза, просто не щурься, да.
Вот, теперь ты можешь его вот так же обнять и вот прямо так вот зацеловать, заобнимать. Ты там видно, что у него глаза закрыты? Нет. Можно вообще на 3 и дальше отойти. Не, на 3 нет. Сядь. Плохо будет на 3? А? Если увеличить, плохо будет? Ну да, это в прошлом. Там вот стояли, на самом деле, нет, да? А вот сейчас это закладите. Отся! Вытянут. Закрыт. Вот тут вот эта башня была, фамильная Гусовых, которая, эта территория, типа их была, родовое, как говорится, место. И в конце 90-х они предоставили это место для того, чтобы здесь построили храм. И видно, да, вот это вот башенька и вон. Они вписываются в архитектуру вот этого, но там без раствора, а здесь имитация, но все равно похоже, да? Да. Вот, а вот как исконно должно было выглядеть. Причем у него цоколь тоже сделан. И вот там за ним тоже руины, там, видимо, что-то вроде кельи, где живут эти монахи сами. Здесь у них колокольня, а там у них вытяжка, кухня там, короче. Но храм внутри очень красив. Можете меня в Ютубе посмотреть. Увидите сети за один день. Там много серий. Вот, видите, уже ветер начинается. Окрас необычный.
происходит? Вот как корова. Я сегодня никак не дождусь штиля, чтобы сделать эту фотку с зеркальным отображением. Вон оттуда? Mm. Вон туда. Зеркало. Вперед. Красота, страшная сила. Разлил. Подходи, не стесняйся, кофе с рук ты получайся. Только он у нас без сахара, а вместо сахара у нас есть вот такое. Спасибо. Короче, возьмите, потом сами берите.
Хорошо, ветра нет, а то здесь тоже сильный ветер бывает. Да. Вот там чуть было, да? Сейчас тоже сильный ветер. Такая динамическая труба. Сильный ветер — это когда дверь не открывается машины. Понятно. То есть настолько сильно, да? Да. В общем, наш путь заканчивается, мы уже приехали вот сюда. И все. Погода испортилась. Будем сейчас уже отправляться домой. Пока что вот там погуляют. Вон там. Мэй гуляет. Сейчас вот так вот тук-тук-тук сделают и вниз.